Ну да. У меня... Здесь. Так, как его заглушить? Вот так. Да перед... Мне кажется, что у меня винда какая-то кривая. У него там очень Explorer ломается. У меня столько здесь всего. Я настроил за это время, пока это. Жалко, меня переустанавливают. Но я уже чувствую, что уже пора. Просто это... Половина приложений перестала вот корректно работать. В числе OBS. Хотя они вообще и параллельно у меня запускались. Может быть... Память, типа недостаток ее? Да нет, у меня там стоит и ее 16, она в двух кадре работает, и там еще есть безограниченный этот файл какой-то подкачки. Там у меня на отдельном диске, как и на SSD пространство там меня забирает, если что. Я на нем, когда я вот это играл в одну MMORPG, одну была такая. Прикольная. Я там, короче, это запускал две игры на втором мониторе. У меня там персонажи качались. А на втором мониторе, ну на основном мониторе я играл по стрелушке, еще и мог все это дело стримить. То есть тут она, да, все в порядке, там компьютер мощный на этом. И просто сейчас я понимаю, что это вот именно, наверное, операционная система. Потому что потом начал просто некорректно работать этот Explorer. То есть ты открываешь какую-нибудь папку, и она тебе говорит, типа это... Ну, там, Alt-Tab делаешь в любую часть этого, и все, и закрывается та вкладка, которую ты до этого делал. И по новой, ну, и по новой, и по новой. Вот так вот, ну, у меня, короче, с Explorer'ом там беда. Я уже его пытался там переустановить, переключить. Но сейчас я чувствую, что да, пора уже, наверное, 11-го всадить. И не парить мозг. Ну, у меня таких проблем не бывает, потому что у меня 64 гигабайта оператива. 64 это вообще замечательно. Да. У тебя в двухканальном или ты четыре планки засадил? У меня две планки. Это хорошо. В двухканальном. Правильно. Верно. Да, и вот я один раз только словил. Вот когда я тогда играл в эти три игры одновременно, только тогда у меня была, ну, этот недостаток оперативной памяти. То есть он периодически, знаешь, там лишний вклад, окно... в этом, ну где-нибудь в браузере откроет, сразу начинает там это ругаться. Так, Counter-Strike. А сейчас я, ну я уже вот племяхе установил компьютер там 2 года назад уже получается. Она вообще ни разу еще у нее никаких, до сих пор все херачит там на 2К, там ла-ла-ла, вообще без всяких этих, я же захожу периодически. Мне кажется, я научился микрофликингу с дигла. Микрофликинг? Да, я вот раньше вообще... Да, это нормальная тема. Я вообще его не умел раньше. А сейчас у меня неплохо получается. Видимо, потому что хорошо чувствую свою сенсу. Так, почищу, вот так. Перестал пускать цель. Да и КД у меня улучшается уже. Давай-ка из дигла типа вынесу сейчас. Бум. Вот так. Очень быстрый. Микрофлик. Так, а где я могу посмотреть? Файлы пульки, тут же можно как-то его переставить, файл. Ой, бля. Вот бы с калаша еще микрофликинг тоже освоить. Чтобы АК у меня был прям как Desert Eagle. Mm-hmm. Да, все было бы тема. Потому что АК это больше, это Desert Eagle на максималках, то есть дистанции, где он убить больше. Ну да. Но что там еще хотелось бы добавить? Что?
У калаша еще и скорость скорострельность, то есть ты можешь убить троих, пока ты убиваешь одного с бегла. Тын-тын-тын. Ну нахера пушить, чувак? Вот он такой человек. Пушной. Ну давай, дигл на дигл на дигл, похуй. Бам. Так. Ой, бля, он ожидал, когда я выйду. Ладно. О, бедный тип. А Master Ryzen есть у тебя такая программа? Master Ryzen? Mm-hmm. Не использую. Молодец. Я не разгоняю процессоры. Ну, я просто его установил, потому что он был в комплекте. Я его тоже где-то стараюсь тоже все это делать. Где-то чить, ну, на дефолте держать. Блин. Типы меня пытаются пушить. Очень интересно. Что скажешь на это? Попробуй увернись. Ладно. В этом приложении запрещено использовать... Так, будет пушить меня сейчас. Чего, блядь? Меня C-Cleaner говорит, нельзя использовать... Ты используешь C-Cleaner? Ну, а чем кэш-то почистить? Полуи, короче, почистить. Это же реестр. Бесполезная хрень! Не, реестр-то почему нет? Нужно чистить вручную! Реестр? Да я что, запариться буду должен. Пока ты там найдешь все эти файлы, он тебе быренько все подскажет. Кто-то там удалил по ИСПАПу. Так, он мне не выдает. Ладно, удалит это сюда. Нельзя удалить. Это когда у тебя две программы на компьютере установлены, и ты знаешь, что ты удалил там одну как-то некорректно, или там игру, и пошел почистил вручную. Это одно, но у меня там миллиарды приложений уже стоят. Где ты там их все найдешь? Пока будешь искать, сломаешь руки-ноги. Так, как это чувствую? Ну, процессор вообще холодный. Нельзя хорошо реагировать. На, блядь, умри, сука! На, получи... Блядь, они просто меня пушат и убивают. Блять, зажимом, я не понимаю. Я не могу попасть по голове. Возможно. Ой, ебать. Я думал, ты стоишь на месте, черт. Двигайся. Все, блядь, другое дело. Так, Валерия. Ну давай, иди сюда, блядь. Валерия Милан. Вот гандон, блядь. Ладно, хуй с тобой. Так, попробуй куда-нибудь. Вот так же пусти. Вот вроде не пытает, ты зашибок. А это... Так, где подсказал, как не вернулся. На нафиг, вот так тебе вантапом. Вантает меня полностью. О, так. Ты зашел. Да. Проверил файлы. На эту ошибку удавал какие-то Counter-Strike. Понимаю. Так. Флорашит.
бля. Ладно, хер с тобой. Давай, погнали. Бля, просто тип шьет мне и все. А я не могу, блядь, нормально префайр дать. Почему? Не понимаю, а почему не регает? Потому что Тим Гарио. А вот там у чувака у одного 4. Первый, видимо, московский. Да вообще пофиг, должно регать. Опа. Будет пушить меня, что ли? Ну, один там бегает, да. На, думал меня пушить. Не, блядь, так не работает. На, куда с эмкой на батю лезть? Так, чип получил, попал на меня без головы. Блять, он хорош. Этой карты же не было. А, это что-то вообще. А где чёрт? Ау. У тебя есть попро... А, он этот, наверное. Попрос АФК стоял. Угу. Так. И мы против друг друга. Опа. С первой. Не ожидал. Я вообще... Не... Ты типа фликнул или... Да, да, да. Я подошел так. Типа да. Офигеть. Круто. Это круто. Вот видишь, у тебя с тренировками начинаются какие-то зачатки этой мышечной памяти появляться. Угу. Нечаянные флики и так далее. Нет, а 4... 6 часов в квейклаве с рейлганом. Тоже считается. Так. Если дашь мне опять с первой, я обижусь. Но так. Уже, видимо, не дашь. Так, а мне еще надо как-то... Опа. Тут надо... Это... Counter-Strafe какой-то придумать. То есть ты двигаешься, потом тело... И четко летело. Бля, я тоже по тебе попасть что-то не могу, блядь. Так. А ну-ка, давай. Бля... На, уехал. Кинг Кунта. Это что за типок? На, с первой. Бля, хорош. Хуя у него КД нормальный. Лука демон. Опа. А ну-ка. Так, попробую-ка микрофликингом. О, получилось. Это как? Вот микрофликинг это вообще классная тема. Ух ты, бля, нихуя он вылетел. О, бля. Я же был готов. Да, зажал тебя вообще. Нормально. Выход стрейф убийства. Вот так я хочу и выигрывать. На-ка, залупка. Подвод надежды.
Бабочка у меня какая-то. Легла. Нет, не вышла. Бля. Вот мразь. Ладно. Так. А. Ой, поймал. Первый на стрейфе поймал. Да. На самом деле тут надо было мне стрейфить в широкую. Блять, зажиматоры ебаные. Но это все потому, что я не могу убить типов с первой. Если бы я мог убивать их с первой, с быстрой, прекрасной наводкой. Ну да. Результат был бы. О. Опа, а ну-ка. Опа. Ой, у меня рядом с ухом с твоим пуля подлетела, наверное. Хотелось бы верить. Типа того, да. Ах ты мразь ебаная. Бам-бам. На ножик. Рыба заткнул. Я там чуть. Так, я против какой-то манеры. А-а-а. Манеры убивать. Я сразу. Я уронил дигер. Хорош. Так, я должен трекать и память. Такой. Ну как так? Это потому что ты мало двигаешься. Да, я знаю. Но ты там, блядь, ты тоже стоял как... на одном месте. Трижды у меня была твоя черепушка на прицелом. Это же. То есть ты да, ты появлялся на одном месте. Трижды, я думаю, ладно. Надо этим пользоваться. Вот это сейчас микрофлик прям четкий. Был замучен. Тихо. Так. Ой, я тебя слышу. А он молодец. Слушай. Ой-ой. Как так? Ой-ой. Найт. Там... Так, манера, да? Да ёб твою мать, почему я не могу зааимить так, таким фликом прекрасным, нереальным? Все дело в практике. Абсолютно согласен, все дело в практике. Вот тут как раз таки микрофликинг с дезертыгла и хорошо отрабатывается.
Вау! Наконец-то. Не попал ни разу. Черепушку. Интересно. По-моему, прилетал. Молодец, молодец. Опа, блядь. Ой, я могу тебя примхантить его. Прикольно. Я же вижу, где он. Неплохо. Так, а ну-ка. Опа, блядь. Ой-ой. Опа, блядь. Ой, ты... Ага. Я взял, да. Да. Ну давай, манера ёбаная. О, да. Вот так вот. Микрофликом и все. И он даже не понял, как он умер. А, неплохо. Я попал? Да. 9. Пиздец. Я так хорошо. Я так хорошо запомнил уже. А, тихо. Блять. Короче, у Дигла же еще есть такая тема, что вторая пуля летит точно. То есть, если одну не попал, можно вторую добить. Ну. За микрофильтры. Ну, попробуй. Блядство. Я тоже что-то не сильно попадающий. Ты типа прыгнул, остановился и... А ты бы не смог по мне попасть, потому что отдача. А я в это время уже нацелился. Угу. О, для меня. Блять. Прыгнули. Уебать, ну, как же он хорошо попал. Так, тут, видимо, надо чекать противника микрострейфами. И чисто плечиком чекнуть, байт, потом выходить с другой стороны и уже пытаться фликать. Опа. Ууу, зря так широко, да? Зря. Ну ты дважды в одну сторону, а я там... Наконец-то до туда дотянулась у меня. Ой-ой-ой. Ай, шалава с калашом, блядь. Африканская сетка. Блин, кстати, прикольный калаш, африканская сетка. Да, ну вообще отстойный, мне просто максимально не нравится. Его ой, даже, ой. Его даже эти, не стикерами нехорошими не сделают. Ну, ну а мне по кайфу было с таким фигурой. А у меня он был, мне, но я... Мне типа потом... прямо с завода подарили один, как раз. Продал его. Это было круто. А где чили? А, вот он. Как же я сейчас фликанул, бля. Я вот тоже до этого. Прям идеально фликанул. Так. Так. Хорош. Перестрейфил, так сказать. Ух, нихуя он мне дал с первой. Кунта, хорош, красава, дал с первой.
У меня так потеет ладошка. У тебя не потеет ладошка от долгой игры. Что этот коврик такой вязкий становится. Может, это из-за волнения какого-то? Да не, мне кажется, это из-за копьечка. МБ. Приходится его тряпочкой вечно стирать. На! Ой, молодец! Молодец! Глаз. Ой, шалава. Так, внизу стоит будет. Ну давай, калаши. Вот так. Чё, думаешь, стрелять умеешь стрейфами? Это я умею. О, я вот тоже Лайт Кинга перестреляю. Так, а ну-ка. Ай-яй-яй. Ой, как? Чё за непопадание? Free Fire, блядь. Эмма Кит 2007, ну я тебя понял. Нихуя. Взаимокитал тебя по 2007 году. По качеству 2007. Эх, 2007. Я тогда аниме смотреть начал. Самый первый раз. Опа. Ля. Прострелил лоха просто. Блять. Ой, бля, я флекануть в тебя не успел, груз. Ты повторялся много раз. Ну, может, это отработка просто того, что ты хочешь достигнуть? Ну, я скорее хочу чисто микрофликами. Типа, кого-то убивать. Угу. А, такими фликами? Вот. Ну, сейчас покажу. Ну, я понял, вижу. Просто флики... Они хороши в этой, как его, когда ты, наверное, с этого, со снайперки что-нибудь типа того. Ну да, там это основа, а здесь это дополнительный прием, ну да, который может помочь. Ай, бля, вот так вот лучше не подставлять. Да, как без конга. Ух, бля, я ж за стенку зашел, лол. Так, ну давай, Кинкунта. Иди сюда, блядь. Улетай. Как же он мне прописал. По идее, ты стрелял в голову, как так? Вот я тебе говорю, вы мне постоянно говорите. Прицелься в голову, целюсь. Бля, видал? Ну может он присел там, типа... и так зарегало. Что типа плечо там вместе с этой переместилось. Да ты заебал уже, блядь. Вот он тоже, видишь, повторяет одни и те же движения. Хочется на этом поймать его, но ошибка наверное. Карты? Нет, просто перезагрузка. Так, ну я в принципе пойду, наверное, ДМчик поиграю. Но и типа это я примерно показал тебе, как оно, вот как эти арены играются. На них тоже прикольно зайти, тоже против реальных людей, ну реальных людей. Это роботы, ну да, но они двигаются просто по этому. Более непредсказуемые и так далее. Но если совмещать арену, ДМ, ботов, вот эти вот две карты, которые я показывал, то прям хорошим аймером можно стать, добротным.
Ну да. Ну, ну, а если задротить прям раза в 3-4 больше, то... У меня сейчас вот часик еще свободный есть, я пойду ботов повалю. Угу, тоже. После такого... Типа, это не очень приятно, когда тебе в голову ставят с первой, блядь, и так миллиард раз подряд, а ты не настолько еще хороший. Нет, у меня этот... Горит, я буду с каждым разом побежу еще. Ну, типа... Не так у меня типа, работает. А, типа, у тебя мотивация такая. Да. От меня убили? Хорошо, вообще натренируюсь, и так вам отомщу, ну, лохи. У меня такая... Я тогда пойду под музычку потреню. Да. Давай, бро. Давай, все на связи, если чего. Я этот участок тогда останавливаю, потому что ботов будет поднимусь на это. И окей, окей. Видос. Все. Хорошего дня. Спасибо за тренинг.